Друзья, всем доброго времени суток, и давайте в данном видеоролике расскажу вам про еще одно интересное ICO, а именно это будет проект Repay.me, ну либо же RemeCoin. То есть данный проект, в общем-то, проект Repay.me как раз таки выпускает, в общем-то, новую валюту, новый токен под названием RemeCoin. Что же такое RemeCoin? Это безграничный кэшбэк, то есть вы можете просто оплачивать RemeCoin с возможностью получить до 100% кэшбэка на все покупки по всему миру. Также важно понимать, что RemeCoin обеспечен реальной стоимостью и обладает, по сути, идеальными возможностями применения. Также RemeCoin предоставляет доступ к миллиардам, которые получают крупные компании от продажи собранных пользовательских данных. Также еще добавлю, что сейчас действует бонус в 10% на покупку данной монеты, ну и он еще будет, в общем-то, активен в течение 12 дней примерно. Ну что ж, и также что хочу сказать. Хочу рассказать вам более подробно про то, вообще зачем инвестировать в данный проект. Вот акцент в данном видео сделаю именно на этом. И давайте разбираться как раз таки, в чем же преимущество данного проекта. Так вот, дело все в том, что сейчас биткоин, блокчейн, эфириум, ICO и вообще в принципе криптовалюты у всех на устах. Сейчас, по сути, любая бабушка у подъезда об этом знает, грубо говоря. И также важно понимать, что информация и история о биткоине, биткоин-миллионерах и вообще новых криптовалютах, они наполняют наши новостные каналы, блоги и персональные ленты в соцсетях. Ну и также важно понимать, что вообще сейчас, по сути, мы находимся действительно в новую эру, когда появляются массово вот такие вот новые криптовалюты. RemeCoin же является особенно хорошей возможностью для инвестирования благодаря следующим факторам. Давайте их разберем. Прежде всего, это то, что данный токен подкреплен реальной стоимостью. То есть каждый RemeCoin предоставляет доступ к фиксированному числу рекламных показов на платформе Repay.me, про которую ранее я уже упоминал. А данная реклама всегда будет иметь определенную стоимость, и таким образом RemeCoin будет обладать внутренней ценностью с самого начала. Это дает высокую ценовую стабильность RemeCoin. А также это легкий, быстрый и высокий кэшбэк. То есть люди хотят получать кэшбэк, многие, то есть 55% людей, проводят 2 часа в неделю в поисках специальных предложений, где есть как раз таки возможность кэшбэка. Все покупки с помощью RemeCoin онлайн и офлайн дают возможность вернуть до 100%, нужно лишь оплачивать как раз таки данной валютой, то бишь RemeCoin. И благодаря мировому принятию RemeCoin как способа оплаты, пользователи смогут получать выгоду от полной функциональности кэшбэка в любом месте. Также вы можете получать прибыль от своих данных, то есть RemeCoin соответствует как раз таки духу времени по многим параметрам. Люди все больше беспокоятся о том, что, соответственно, их пользовательские данные продаются без их участия. RemeCoin же дает власть и контроль над данными обратно пользователям, так как они смогут получать прибыль от них. Таким способом RemeCoin становится как новый стандарт в мире шопинга и кэшбэка. Это даже может стартовать, соответственно, огромное мировое движение с данным сообществом, которое растет уже сегодня. Также при помощи данной монеты вы получаете эксклюзивный доступ к новым форматам рекламы, то есть рекламодатели и розничные продавцы не только получают выгоду от огромных преимуществ платформы Repay.me, но и также уникальный доступ к инновационным и эффективным формам рекламы через RemeCoin, и это будет способствовать мировому спросу на RemeCoin. Ну и также есть тут оценочный прогноз RemeCoin. Дело в том, что RemeCoin в своей основе более стабилен по стоимости, чем другие монеты, поскольку каждый RemeCoin предоставляет доступ к фиксированному числу показов рекламы на торговой площадке Repay.me. Ну, я об этом ранее уже вкратце упоминал. Эмиссионная цена RemeCoin будет лежать ниже рыночной на то же количество рекламных показов на похожих торговых платформах. Также RemeCoin показывает очень позитивный прогноз, поскольку гарантированные RemeCoin рекламные показы станут более многочисленные и более ценные. Ну и еще один важный фактор в пользу данной валюты, то что это номер один метод оплаты для торговых платформ. То есть операторы торговых платформ имеют право принимать финансовые средства от клиентов только в определенных законодательных рамках. По этой причине комиссии с продаж выставляются продавцам отдельным счетом. На данный момент провайдеры, соответственно, системы оплаты для торговых платформ сразу делают платежи. Тем не менее, такого решения для криптографических валют нам неизвестно, и в области криптовалют RemeCoin станет первым и важно, что единственным коином, который позволяет производить такие транзакции на торговых платформах. Ну что ж, это главное преимущество данной площадки, и действительно, я считаю, что важно было их озвучить, то есть зачем инвестировать, собственно говоря, в данный проект RemeCoin. В общем, кого проект заинтересовал, заходите, ссылка будет в описании к видео. Тогда всем спасибо за внимание и всем пока.